Всем привет, друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи, и добро пожаловать в новую крутую игрушку Dread Hunger! Семь человек отправилось в опасную экспедицию в Арктику, но на пути случилась беда. Айсберг перекрыл проход, где должен проплывать корабль. Закончилась еда и провизия. Если бездействовать, холод и голод не заставят тебя ждать. Именно поэтому экипажу корабля нужно спуститься на берег для добычи еды и ресурсов, но это еще не все. На корабле есть два предателя, задача которых сорвать экспедицию всеми возможными силами. У мирных членов экипажа есть ровно 3 дня, чтобы доплыть до конца, взорвать айсберг и выбраться оттуда живыми. Иначе замерзнут абсолютно все, ведь с каждым днем температура падает. Игрушка очень интересная, сегодня я играю за предателя. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. Ну а вам я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну а мы начинаем, погнали! Добро пожаловать, дамы и господа, в покер. Опа, хорошо, двоечку скидываем. Ой, хорошо, вот эту скидываем. Вот это хорошо, сейчас будет. Чё по картам фигня такая? Я когда-нибудь в эти карты выиграю или нет? Чё за фигня вообще? Да я такие ужасные карты собрал, это ужас. Но вы мне проиграете. Да я понимаю, я-то 100%. У меня один валет только еще. Уверен с нами? Не. Да. Джонни, в предыдущей катке ты попросил меня, типа, покажи свои руки. Я показал тебе руки, там прям отчетливо было видно царапину огромную просто на всю руку. Но меня не видно, знаешь. Я не знаю, как ты не увидел. Я сказал, я выиграл. Красавчик. Была что-то продумано и специально не показано, а то это все полевно. Может быть, может быть, может быть. Вы чё, гоните, что ли? Я снова предатель! Да чё за бред? Третий раз подряд предатель! Дайте поиграть за мирного! Чё это за фигня? Ой, снова потеть придется, да дайте отдохнуть хотя бы немного. Так, я сразу пойду уголек закину в это. Не-не-не-не, мне дайте. А сразу скидывайте уголь и всё. Давай, ладно, держи. Вот, пожалуйста. Все, погнали, короче. Все, ребята, да третий раз предатель, да как же так? Да как же это так? Давай, пойдем. Я за штурвалом стою, давайте, закидывайте, даю газу и поехали. Закидывай. Закинь. Смотри, а. Сразу не доверяют с самого начала игры уже никому, а. Че, все, закинули, можно газу давать? Алло. Да. Все, давай, пятую передачу врубаю и едем. Вот это я понимаю разгон! Ребята, пристегнитесь, мы взлетаем! А если корабль вообще вот по приколу просто направо куда-то так поставить? Алло, это кто говорит? Давай его захуярим. Кого? Кто со мной разговаривает? Блин, я не вижу, что это за голос со мной разговаривает? Просто мудаквили, блядь. Я тебе вот так сделал. Это что такое? Кирилл, что ли? Ребят, вы там вы говорите, куда плыть, я ж не вижу. Над меня начал стрелять. Нормально. Кирилл, вы меня вдвоем нормально. Нормально. Да хорошо, что вы там? Да что вы там стреляете? Отцепите от меня. Ты даже не бил, ты начал. Ну все, ГГ. Вы меня у спину подошли и били, когда я открывал. Ну все, ГГ. Ну все, ГГ. Да не трогай меня. Все, дамы и господа, пришвартовываемся, приплыли. Чего? Дурак нахуй. Чё у вас там? А кто это умер уже? Да напухался он снова, я говорил, ром убирайте подальше. Так, ладно, все. Погнали, спускаемся вниз, погнали лутаться. Чупикс ударил, знаете, походу. Я ударил. Ураган, ты там лутался? Ураган, там лутался, нет? Ураган, там лутался, нет? Все, окей, понял. Наша задача как можно быстрее найти много всяких интересов. Ключик забираем, ключик надо будет выкинуть. Уголь заберем на всякий случай, он нам может пригодиться. Ой, 2 угля. Надо будет выкинуть обязательно. Так, погнали наверх, короче. Погнали в пещеру, погнали в пещеру. Олег, блин, из нас там. Чего? В смысле? Ну ты же, когда я твои ролики там пересматривал, ты там много так разговариваешь. Вот сюда идите, вот сюда идите, вот сюда. Да, в регионе он сейчас такой импостер. Не-не-не, вот сюда идите, вот сюда. Надо волка загасить, надо волка только загасить. Микрофон говорит, как же мне их заманить ко мне в ловушку? Да, конечно, естественно. Тихо. Хорошо. Все, мяско забираем. Все, супер, топчик. Так, мясо забрали, одну штуку. Блин, самое фигово то, что со мной очень много людей сейчас, понимаете, рядышком находится. Мне это капец как не нравится. Теперь я кофе не доверяю, пусть. Эй, не надо. Как же у меня обманули. Олегу прицепился. Так, давайте. Вот так вот сделаем. Так, мы уже поняли, кстати. Вот, молодцы. Возьмите, ребят, возьмите уголь, пожалуйста, вот здесь вот в ящике. Вот здесь вот уголь возьмите, пожалуйста. Взял. Все, топчик.
Я пойду до палаток добегу. Короче, сприц нам по сути не нужен. Так. А нет, так-то нужен, слышите? Давайте уголь здесь выбросим, пофигу. Мне вряд ли кто-то заподозрит это на самом деле. А-а-а, помогите! Помогите! Сейчас съедят! Блядь, помогите! Бей, бей, тихо, бей, тихо, его. Тихо, тихо. Я биться не хочу. В смысле, руками бить? Я же мало. Тихо, 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 тихо. Все нормально, все хорошо, все нормально, все хорошо. Don't worry, guys. Не переживайте, не переживайте, все хорошо. Короче, я пойду на корабль, пойду возвращаться. Где погреться? Где погреться? Погреться, ребята, погреться надо, погреться. Погреться, ребят. А во, все, здесь нормально, здесь тепло. А кто? Подожди, а кто оставил эту штуку на корабле у нас? Я не понял. Это чья заначка? А какая? Это всегда это. Кости? А, понял. Как, не, как этот, ну, кость, короче. А. Она всегда типа. А, да я еды положу, Ася. Ася, да еду положу давай, просто. Давай, давай, давай. А, ну все. Кто все. Еще там при. Олег, Чупик, закидывайте чего? Уголь. Куда? Уголь куда закидывать? В топливо, ну, в печку эту. Я уголь потратил на этот, на еду случайно. Ну, блин, ладно. Но просто ну, другого ничего не было, доски, я да. Это... Да, доски везде есть, просто на будущее. Окей, 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 окей. Отмазался, так, отмазался, ну... отмазался. Чё так долго готовится еда вообще? Поплыли, 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 поплыли. Это кто нас зашурвал? Закидывай, закидывай весь уголь. Давай, я буду говорить... Давай, окей, я заштурвал. Давай я. Если чё, у меня заначка досок есть на починку, так нормально. Я зажигаю. Давай, да. Это чё такое? Это зачем? Это же для этого, для медведя. Кем-то нужны. Да. Для медведя, это ловушка просто для медведя. Я так и не понял, куда их ставить. Ну их на землю надо ставить перед медведем, походу, как-то. Кто там спереди? Ух, ребята! Ребята! Откройте, чё? Посмотрите, сколько еды внутри. Где? Как открыть, занят. А, 6, вы медведя ёбнули? Нет, просто посмотрите, сколько я приготовил рагу. Рагу уже готово, я отвечаю. Чуть левее, 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 левее. Смотри. Дай, чекну, знат отойди, знат отойди. Ебать. Нормально я приготовил, да? Это ты людей нарезал? Нет, это я мясо просто собирал, приготовил. Сейчас вот. Прямо, сейчас прямо. Настоящий прав. Я одну возьму, я одну возьму. Конечно, конечно, ребята, берите. Спасибо. Сейчас еще себе тоже одну штучку возьмем. Спасибо, шеф-повар. Да, держите, ребят, на здоровье, кушайте, кушайте, кушайте. Блин, надо было бы, чтобы... Олег, можешь тоже едой поделиться. А, там все внутри, там все в печи, вот там вот. На кухоньке. Блин, а чё мы так уже? Мы до половины доплыли. Скажите урагану, как куда есть. Да не, я плюс-минус понимаю. Так, давайте мы, наверное, сейчас вниз будем прыгивать. Волчара позорная, бля. За тобой, волчара, Олег. Где там, снизу? Что, не-не-не-не-не-не-не! Нет! Ты че? О, хорош, красавчик! Там с волка три мяса обычно падает. Так, нам бы поставить. Давайте с вами пойдем сейчас на корабль. Давайте без палева поставим. Без палева ставим. Все, найс. Пойдем сейчас просто поедем и все. Еще одну попробуем без палева поставить. Бля, мне нужны доски. Доски, иди сюда, на звук, на звук, на звук, на звук, за кораблем, везде прыгаю. Бегу, бегу. Тут вот валяются возле лодки. Угу. Все, Настя, я два тотема поставил, Олег, есть уголь? А, угля нету. А где осисульчик? Давайте тоже заберем эту штуку. Тотем кто-то поставил, кто-то тотем на корабле поставил. Пойдем сломаем. Где? Погнали, погнали. На корабле, блин! Блин, он услышал, засранец! Блин, Джонни. А, блядь, это чужой корабль, ебаный рот. В смысле чужой? Ну подожди, все равно кто же поставил тотем. Вот тотем. А, во, все, хорош. Погнали, доски покажу. Погнали, где доски. Погнали, покажу. Да. Не услышь только, пожалуйста, второй еще тотем. Подожди. Еще? Еще слышу. А где? Вот, блядь. Блин, он два тотема сломал. Какой же ты ушлепок. Я так долго старался эти тотемы ставить, а ты их сломал. Ча-ча-ча. Вот тут доски. Вот тут одна доска. Вот тут, вот они валяются здесь. Спасибо, спасибо. Добро. Пожалуйста. Подождите нас чуть-чуть. Не-не-не-не-не-не. И погоди! Из нас не уплывай! Правее бери. Беру. Знато надо задавить. Я тебе сейчас задавлю, помогу тебе. А чё, все на корабле, что ли? Ну, мы, кстати, почти доплыли уже до айсберга. Да мы доплывем сейчас. 100%. Сейчас мы яд приготовим, попробуем отравить. Попробуем реально отравить сейчас кого-нибудь. Просто по приколу. Просто по приколу попробуем. Давайте мы вот сюда. Походу, как я хочу спереди. Все, найс. Отлично. Левее, ураган, левее. Один из кусков мяса будет отравлен. Это супер хорошо. Все, Джонни, иди бери еду. Дал.
Спасибо. Отравленная, Джонни, аккуратно. Окей. Знат, я реально, Знат, я ж ведь реально ее отравил, Знат. У меня бутылек с отравой, я не знаю, куда его девать. Знат, я ж ведь реально ее отравил, ты че? Где заделывать надо? Все, все еду забрали, отлично, кто-то отравится 100%. Нет, подожди, там нитроглицерин нужен, сказали, спасибо. Но мы найдем, я думаю, найдем где-то в палатках, может быть, рядышком. Нет, он в пещере, возле конца. А. Все светлеет, ребята. Все, погнали. Пойдем, пойдем, пойдем. Он где-то слева вроде как должен быть. А, нихрена. Ему я кинжалов забрал. Это вот этот айсберг? Да, это вот этот айсберг взорвать надо. Это вот этот айсберг. Не туда вот наверх надо. Блин, там волки ходят, бродят. Не-не, подожди, да. не беги пока. Кто предатель, дайте нам взорвать айсберг, посмотрим, хоть что будет из этого. По факту, кстати, реально. Так, погнали, надо короче, туда. Надо, сказали, я пойду там проверю, я пойду там проверю. Сейчас давайте мы сейчас как сделаем. Там же волков нету? Нет, есть. Ладно. Давай, волк, иди! На! Давайте мяско забираем. Миску забираем. Нифига себе, я быстро бегаю! Ё-моё, чё я делаю вообще? Что я натворил? Блин, так-то если доски сейчас будут у меня, я могу еще один тотем хотя бы поставить. Во, есть доски! Блин, у меня так-то еда заканчивается, это плохо. Надо пойти приготовить что-нибудь. Все, найс, отлично, это мы сделали, это вообще прекрасно. Возьмёшь уголь сразу? Возьми уголь. Мне место. Давай. Вот внизу я под собой положил два угля. Вижу. Вот лежат. Стой, дай-ка я сейчас сделаю. Они суммируются, бери. Нормально. Кто его ёбнул? Что за выстрел был? Что за выстрел? Кто стреляет? Алло. Что происходит? Олег, все, давай отравленную еду мне хуярил. В смысле отравленную? Я приготовил нормальную еду, ты гонишь? Я еще еды принес. Стой, я еще еды принес. Я еще еды принес, алло. Блядь, а у меня ключа нет. Ключ есть у кого? Я открою. Заделайте дыру. Чтобы нитроглицерин взять, блядь, меня там пулю... Я еще, в смысле, я не готовил ничего отравленного, Джонни, я приготовил мясо, я несколько раз еду готовил. Вот именно. Так я ничего не отравлял, ты гонишь? Так Олег сам отравился, Джонни. В смысле? Ну так что? Получается. Да нет, я ничего не отравлял. В смысле, ты гонишь, что ли? Справедливость же. Не-не, Олег, это мне не нравится. Я всем еду готовил, и ты один только отравился, как так? Но, хотя, может, поправочку на производстве косячок был, возможно. Мне, короче говоря, да, я серьезно говорю. Нам надо всем вместе туда идти. Сейчас, я иду жарю. Отлично. Я там еще два тотема поставил. Это очень хорошо. Давай. Почему с нас сдох? Да, тут два медведя. Не знаю, видать, от голода. Я сагрил. Ну я потому что не смотрел за еду. Зачем я смотрел? Блядь, сука. Привет. Есть ключ? Найс. Сейчас НАТО выпустим. А что тебе надо, еды? Спасите меня, я в тюрьме. Сейчас вытащу. Сейчас вытащу. Бля, вы Олега видели? Скажите, я здесь. Я все время перед НАТО стоял. Олег, я когда стоял, Джонни... Я сейчас НАТО выпускал. Я перед ним прям стоял. Че сразу? Я вообще не понимаю. Блин, я сейчас спущу с корабля, то я умру по-любому, отвечаю. У меня очень мало хп. Тебе надо еды? Да. У меня очень... У меня есть мясо. О, а есть чем пожарить? У меня готовое. Готовьте, чтобы меня поднять, потому что я к вам бегу. И я сейчас сдохну, скорее всего. Два медведя, вы чё? С ума сошли? Два медведя, да. Меня поднимать надо. Олег. А? Поднимите меня, пожалуйста. Спасибо. Два медведя, пиздец. Джонни, беги! Пизда. Нам надо согреваться срочно греться. А есть ключ у кого? Нет, походу. Нету. Бля, мы от холода умираем. Мы от холода сейчас умрем. Надо срочно чем-то согреться, ребят. Конечно. Там самое главное, что Баси дошел, потому что он за нитроглицерином пошел. Доски. Есть доски у кого-нибудь? Сюда согревайтесь. Все, найс. Найдите шкаф, который под рулем, типа в кабине капитана. Там в левом шкафу лежат доски. Сейчас
Сейчас погреемся немного. У меня сейчас такая смешная картина была, вы так губами. Олег и Джонни. Ребят, давайте взорвем айсберг этот губами. Хоть кто-нибудь, идите, помогите Асе. Все, последний, пойдем. Погнали. Беру Чубикса я, если кто-то будет отравлен, это Чубикса вас отравил. Так у меня тоже, у меня вообще кости есть еще. Я импостер. Слушай, Знат, а у тебя есть что-нибудь, чтобы можно было скрафтить? Ко мне гуль бежит, а, скрафтить надо. Я тебя под тебя накидал, под тебя накидал. Возьми, возьми, возьми все. Спасибо. Вот это. Я бегу, Ася, бегу. Вот еще железку возьму. Помоги! Ой, сколько там гулей, пришло, смотри. Ну, блядь, ну импульс, реально, ну, пожалуйста, дайте выиграть один раз, мы хоть посмотрим. Так ты сам саботаж делаешь, алло. Ты же отдельно. Точнее ли, да, мальчик? Так а как мы стоим с Олегом, если саботажи включаются, понимаешь? А что-то, что я в тюрьме. Бля, короче, это Олег, ёбните его, пожалуйста, ёбните Олега. Я умоляю, убейте Олега. Ребят, ну я не знаю, это слишком имба для предателя на самом деле.